Вместо автобусов – легковушки, а водителей заменят продавцы. В следующем году на площадях автоколонны 2038 развернется колхозный рынок Абакана. Правительство решило не поддерживать загибающиеся госпредприятия, отдать пассажирские перевозки частникам, а освободившееся место использовать с толком. Чиновники обещают, цены на рынке будут ниже, чем в магазинах. Одно из условий вхождения в данный рынок будет в виде, будем говорить, добровольно-принудительных рекомендаций сельхозтоваропроизводителям по цене на нашу продукцию. Условия фермерам чиновники обещают создать самые лучшие. Кроме прилавков под крышей, новый рынок обзаведется собственными холодильными установками в подвале. Для покупателей предусмотрена парковка. Место будущего рынка обозначено лентой. Все, что внутри, пойдет под снос. Два автомобильных бокса и склад бульдозер затопчет первыми. В течение месяца мы подготовим площадку под строительство. После этого у нас проект есть, экспертиза есть, привязка проекта тоже есть. То есть ничего нам, по большому счету, не будет мешать, чтобы приступить к реализации проекта. Точно такие же рынки, только размерами поменьше, республиканские чиновники планируют построить еще в двух городах республики – Саиногорске и Черногорске. Но там пока нет даже проектов. Кстати, из-за строительства колхозных рынков популярные у людей сельхозярмарки никто отменять не собирается.